Море или горы? Горы. Сладкое или соленое? Соленое. Катерина или Людмила? Катерина. Самая любимая цифра? 4 и 7. Зима или лето? Лето. Рассвет или закат? Закат. Петь или танцевать? Петь. С женщинами нельзя говорить о... Об очень умных вещах не стоит. Когда ты праздновала 80-летие, ты почти в каждом интервью, которых у тебя было множество, говорил, что ты вообще удивлен, что ты празднуешь 80 лет. А у тебя был какой-то план? Ты думал, что ты доживешь до скольки? До 27. Почему? Потому что... Когда школу заканчивал, думал, что это возраст Лермонтова, это уже... И так много он сделал, что надо поспеть, да. Были такие глупые мысли в голове. Но некоторые же 37 порог вот пересекали. Да, потом, когда достигаешь 27, начинаешь думать о 37, потом до 44, как Чехов. Ну и а дальше уже понятно, что уходит бесконечно-то. Ну, сейчас ты приближаешься к Толстому. Еще не приблизился? Еще нет пока. Ну, там какие-то месяцы остались, да? Ты довольно часто находил свою схожесть с Львом Николаевичем. Нет. Ты нет? Нет. Мне казалось, что мы это даже с тобой как-то обсуждали. Признаюсь честно, не мой герой Лев Николаевич Толстой. Он очень умен, но очень настойчив в продвижении каких-то своих идей и становится несколько надоедливым даже в этом в своем продвижении. Тогда я просчиталась в своем подходе, потому что я набрала огромное количество цитат Льва Николаевича для того, чтобы через них как-то, может быть, что-то сравнивать. Но, тем не менее, я хочу... Для сравнения годится. Годится? Да, подходит нам этот персонаж? Ты знаешь, что Толстой сейчас обрел новую популярность? Сейчас есть такой телеграм-канал, который называется «Толстой лайфстайл». Это где в ежедневном режиме публикуются какие-то маленькие цитаты из разных лет Толстого. Вот, в частности, одна цитата Толстого. «Вот если вы доживете, увидите, как хороша старость. Переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию, как будто выросли крылья». Как хорошо, как радостно. Я никак не ожидал такого сюрприза. Но что ты скажешь по этому поводу, по поводу старости? У тебя как с ней отношения? Стала ли она сюрпризом? Есть в ней плюсы, которые отметил и Лев Николаевич. Но я руководствуюсь в жизни замечательным принципом, вычитанным у какого-то философа, по-моему, у Ортега и Гассета. Когда он спросил священника старого, который за всю жизнь повидал много и много выслушал исповедей, когда он спросил, что вот вы с вашим опытом можете сказать о человечестве, о человеке, тот ненадолго задумался и сказал ему глубочайшую мысль. Взрослых людей нет. В нынешнее время компьютер, электронная почта, вот эти смартфоны бесконечные, вот эта скорость передачи информации, цифровизация. Ты отстал от него? Отстал. Отстал и не очень об этом сожалею. Почему? Потому что это все такое фрагментарное знание, которое приобретается по утрам. Я сажусь перед компьютером, но я понимаю, что я не внедряю в себя знания, а так покасательное оно проскакивает. Вот сегодня, по-моему, я, дай бог, что же я узнал-то?
Настолько показательный проскочил, да, тем, что тем, уже... тем не менее, это была какая-то информация, что-то к астрономии относящееся. Ну, видишь, уже забыл. Но ведь вообще весь этот научно-технический прогресс, он происходил на твоих глазах. То есть, когда ты родился, там, что, телевизор уже... Нет, по-моему, не был еще изобретен телевизор. Ну, практически не был, да. Однажды я в окно увидел цветной телевизор. Это вообще было потрясение. Потом выяснилось, что это не цветной. Оставили такие фильтры. Сверху голубой, в середине голубой для неба. Ах, вот так? Да. В середине такого цвета, ну, такой сепия, наверное. Угу. И нижний был, не помню уже, как, какого цвета, но получалось цветное изображение. Особенно, когда небо в кадре, то ух ты, как красиво. Это, оказывается, было такое изобретение. Но меня интересует даже не только сам факт, там, цветной телевизор, не цветной телевизор, а вот этот весь, все развитие научно-технического прогресса. У тебя есть восхищение этим? Есть. От этого есть. Особенно, конечно, телефон, который я это очень хорошо помню, эту постоянную зависимость от 15 или от 2 копеек потом, и чтобы позвонить, особенно в ранней юности, когда свидание надо было назначать. И надо Судьба было... решалась буквально 2 ну, копейками. Да, это рывок громадный. Но с другой стороны, хочу заметить, что как 60 лет назад я летел в Астрахани первый раз Ту-104 самолетом, высота 10 500 метров, за бортом минус 45 или минус 54 градуса и скорость 800 километров в час, так это за 60 лет не изменилось. Как бы то, это тоже мне любопытно, по какой причине. И остановилось. Ты на протяжении многих лет вел дневники. Откуда вообще ты взял эту идею, что надо вести дневник? Твердо помню, картина называлась «Алеша Птицын вырабатывает характер». Тихо. Вот почему Володя Ульянов был настойчив? Вот некоторые люди встают утром, решают быть твердыми, собранными. Но у них ничего не получается, ничего. Я тут же купил тетрадку толстую, общую. И начал вырабатывать характер? Да, и начал вырабатывать характер. В основном у меня дневники, я их где-то они у меня хранятся, но они не будут представлять интересы для публичного, потому что я в основном записывал, что надо мне в себе исправлять. Вот это вот ты с Львом Николаевичем один в один. Вот он пишет, 22 года ему. Я так слаб, так порочен, так мало сделал путного. Да. Дальше, в 29 лет. Пробежал нынче свой дневник. Как заметно я падаю. И, наконец, вот еще цитатка. Чтобы жить честно, надо рваться. Спокойствие, душевная подлость. Свойство всякого таланта. Неверие в себя. Я думаю, что у него это наружу не прорывалось, это неверие в себя. Насколько я знаю, он был весьма честолюбивым и уверенным человеком, по крайней мере. А ты таковым не был и в молодости точно таким не был? Нет, таким не был. Я в молодости был. Да я и сейчас, признаюсь, тоже не... Я не умею моментально и резко среагировать на обиду, на какое-то резкое замечание в свой адрес.
я скорее поперхнусь и замру. А потом уже на лестнице придумаю, что надо было сказать и как ответить. Ты себя терзал, ты себя сжирал вот в этих дневниках? Жрал, только этим занимался. Это был не очень полезный момент для моей, для моего внутреннего самоощущения. Но с другой стороны, я понимаю, что я прошел путем, которым я должен был пройти. Я только сейчас обретаю некоторую уверенность в себе. А так я все время, я снимаю кино, я думаю, боже, какой плохой эпизод мы сняли, какая неудача, как это все. Но сейчас я уже знаю, как это делается, как это происходит у меня, когда я это самоотрицание переходит в приятие самого себя. Ты в юности был романтиком? Наверное, можно так сказать, потому что я мечтатель был, как у Достоевского в «Белых ночах». Я был мечтатель, я любил ночью сидеть на кухне, курить дневник и мечтать, каким я буду, что я добьюсь. И чего же было в твоих мечтах? Да какие-то такие сумбурные мелькали картинки в голове, но все равно это слава. Это, кстати, относится к Льву Николаевичу Толстому. И в дневниках его есть это слава, известность, узнавание, понимание. Как писал Володя Высоцкий, писал тоже. Как бы иронично, но это, по-моему, чистая правда. Чтобы все узнавали и везде пускали. Да. А как-то преобразовывается романтик куда-то? Например, кто-то становится циником. Вот что ты можешь про себя сказать? Нет, циником я не становился никогда и не считаю эту позицию плодотворной для человека, растущего, входящего в мир. Зачем? Это маски, которые на себя надевают, которые модными становятся нередко среди молодых людей. Но мне кажется, это гибельный путь. Что такое талант? Я талантливый человек. Конечно. Ты же сказал, конечно, а для меня это даже до сих пор еще в некотором подозрении существует, но уже много подтверждений тому, что я талантливый человек, я видел. Что такое талант? Для меня это вот все вместе. Все вместе. Это моя начитанность, мое наблюдение. Но у меня существует, возможно, талант психолога, например. Я думаю, что я понимаю людей. И их мотивацию? И мотивацию понимаю, по-моему. Слушай, а вот еще, вот теперь наконец Лев Николаевич Толстой, он так определяет искусство. Смотри, не искусство, а вот кое-что. Доброе, пишет Толстой, есть признак истинного искусства. Признак искусства вообще новое, ясное и искреннее. Признак истинного искусства новое, ясное и искренне доброе. Согласен ли ты с этим важным элементом, что это должно быть доброе? Эти все размышления у него в статье под названием «Что такое искусство?», которое на меня уже в зрелом возрасте произвело серьезное впечатление. Я начал читать. Я согласен, да,
новое, искреннее. Ясное и доброе. Да. Вот этим Бог меня не обделил. Я чувствую новое. Я чувствую искренность. И я добрый в своих, по крайней мере, в фильмах. Я добрый, потому что я в самом деле не люблю ставить отрицательных оценок людям, ставить на них крест. И в фильмах моих в этом смысле отрицательных героев нет. Я никому не выставляю двойки по поведению. Не специально это делаю, а как только мы переходим к каким-то эпизодам, где пролезает отрицательное в человеке качество, то я нахожу им оправдание. Я помню, с Олегом Табаковым мы делали сцену с Верой, когда они... Ну, он привозит ее к себе в квартиру. «Москва слезам не верит», и так далее. Угу. И потом, когда он пугается, и там звонок в дверь, а потом вроде бы ушла. Я просил его рассмеяться. Рассмеяться реабилитационным смехом, что это... Он понимает, что он себя вел... Как дурак? Как дурак, или не как даже подлец, в хорошей мелодраме можно бы назвать. Но это должен быть смех. Ты прости, я испугался как-то по-дурацки и все, и так далее. Но надо сказать, Олег, который все мог, Табаков, не мог рассмеяться. Вот этим смехом, который я просил, смеюсь я в картине. Да ты что? Да. Ты озвучил? Угу. Я не знала этого. Молодые люди, у которых так популярен сейчас Лев Николаевич Толстой, всегда ищут свободы. Вообще, мне кажется, свободы больше других поколений ищут именно молодые люди. А что такое свобода? Она вообще есть? Она вообще есть, конечно. Но с другой стороны, даже это понятие диалектическое. Когда ты можешь сказать, не свобода лучше, чем свобода. Есть такие ситуации, когда надо это иметь в виду, что свобода переходит в некоторую расхристанность, разнузданность, в независимость от всех, от людей, от мнений и так далее. Это не очень хороший вид свободы. Для самого себя такая рабочая формулировка. Это я просто знаю, что когда мы при, так сказать, советской власти, не хочу ничего плохого о ней сказать, но когда я снимал кино, я все время ощущал себя в узде, что я покажу материал, а мне скажут, вот это и это уберите, этого не надо. Это было ощущение несвободы, очень тяжелое. Ты вынужден делать нечто, что противоречит твоему пониманию эстетическому и гражданскому, если угодно даже. Я две картины снял в ощущении абсолютной свободы. Это была картина «Ширли-мырли» и «Зависть богов», которые меня никто не контролировал. Но свобода – это была
уже свобода взрослого человека, свобода ответственного человека. Это тоже очень важно. Я сам не заходил, не перехлёстывал через край, а шел, что вот это можно сделать. Это раньше бы меня за это гнобили и требовали убрать этот эпизод, а сейчас не уберу, я не убираю, и он останется, и он будет правильным. Угу. Вот это я, ответственная свобода, так вот я бы это определил. Ты вообще много встречал на своем пути людей свободно мыслящих? Видишь ли, это тоже скользящее понятие свободно. В этом возрасте тебе кажется, что он свободно мыслит. Через некоторое время общения ты понимаешь, что он, что там много штампов в его размышлениях. Тогда получается, что абсолютно свободно мыслящих я не встречал. А сам-то человек свободно мыслящий? Мне кажется, да, но это через, вспоминая свои мысли годичные, двухгодичные, особенно десятигодичные давности, я понимаю, что это не были свободные мысли. Но ты как-то специально работаешь над тем, чтобы освободиться от ярлыков, стереотипов, которые, ну, так или иначе нам навязываются. Да, думаю, и другим говорю. Я думаю, главный итог моих чтений и набирания информации в том, что я освобождаюсь от стереотипов. Я зарекся от каких-то резких выводов. Не люблю. Угу. И не люблю этого в других. Не люблю. Понимаю, что человек еще не достиг мудрости, поэтому он так легко раздает направо и налево оценки. Вот так. Как ты думаешь, научить режиссуре можно? Ну, старые ответы, к сожалению, справедливые. Научить нельзя, научиться можно. У нас был выдающийся педагог Михаил Ильич Ром. Я запомнил у него несколько лекций, но они мне не пригодились, потому что какие-то там монтажные, из Толстого он брал сцены. Как это можно снимать? Но это очень индивидуальный взгляд. В конце концов, очень индивидуальный. Потому что один режиссер... А обучение у меня, например, происходило, потому что я имел возможность с ним общаться, с Ромом, не столько на занятиях, сколько в квартире, когда он ставил мне свои воспоминания надиктованные. И... шевеля губами вместе с магнитофонной лентой. Да, он сидел и слушал, и смеялся, и поглядывал в мою сторону. Это было... То есть обучение больше человеческое, обучение личности, рядом с которым ты находишься. Да, конечно, конечно. И какие-то его оценки событий, оценки людей, с которыми он общался в этих мемуарах. Угу. Это все как раз и давало мне понимание, к чему надо стремиться. Когда ты учился, было очень мало женщин-режиссеров. Да. А сейчас огромный поток очень много девочек, которые поступают и которые оказываются даже поталантливее, чем мальчики. Что случилось? В природе что-то происходит. Не могу сказать, но это стало привычным не так давно. И девочки способные, талантливые, интересные. Не могу сказать, это просто какой-то перемена настроений в обществе. Возможно, некоторая феминизация общества, что ли, черт его знает. Хотя все равно я предпочитаю
Мальчиком, да, да. Почему? Потому что запомнилось мне из студенческих лет еще выражение Немировича Данченко – «мужественная простота». То есть от женщины мужественной простоты не дождаться? Да. К сожалению. Потому что… Ну почему я… Не надо меня… Нет, я спрашиваю. …выводить в… Я не вывожу никуда, я просто спрашиваю. Просто мужественная простота подразумевает мужественную простоту, а не женственную простоту. А значение женщин в судьбе нашей страны какое? Очень большое, очень. Я думаю, когда говорят о каких-то отрицательных качествах России, русского характера, то имеет в виду всегда мужчин. А если обратиться к женщинам, то мы найдем очень много достоинств в русском характере, которые, несомненно, пересиливают даже отрицательные мужские качества. Женщина, русская женщина, в частности, это феномен поразительный. Это и красота, это и доброта, это и ум, это много достоинств, которыми обладает русская женщина, и которые себя еще проявят. Страна состаивалась на плечах женщин? Нет, состаивалась она до сих пор на мужчинах. Ну, разумеется, если не учитывать роли их жен в судьбе государства. Кроме Екатерины Великой, мудрой правительницы российской, но не русской женщины, примеров нет, пожалуй. А что с нашими мужчинами не так? Все с ними так. И они доказывают свое так, когда наступает суровая страница, приходит суровая страница нашей жизни. Войны выигрывают мужчины, а не женщины, как понимаешь. Хотя женщины тоже очень много делают для побед, но тем не менее выигрывают мужчины. И когда приходит момент, наш король как король, он кипченку как корону на бекрень и пошел на войну. Это откуда? Это… Шварц? Булат Акуджава. А, Булат Акуджава. Вновь играет радиола, снова солнце в зените. Да некому оплакать его жизнь. Потому что король был один, уж извините. Королева и не успела обзавестись. Но куда бы ни пошел я, уж какая не забота. По делам и так погулять. Все мне кажется, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и вправду стреляют, не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Ленька Королев. Ты формулировал, что важнейший поступок в жизни мужчины – это выбор профессии и женитьба. Почему женитьба так важна? Эмпирическим путем пришел к этому выводу, потому что когда человек выбирает жену по шапке, да, как это назвать, по сеньке шапка, тогда и состаивается у него карьера. Я думаю, что надо жену брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. По положению или по, ну, так сказать, по ощущению внутри? По ощущению, да. Чтобы к ней тянуться, чтобы она была немножко недосягаемой. Тогда ты становишься сам на цыпочки и взлетаешь. Тогда у тебя есть кураж. Кураж, да. Перед, да, кем, собственно говоря. Да, верно. Выпендриваться. Да. Мама была именно такой?
Мама была такой. Надо было встать на цыпочки, чтобы дотянуться. Да. Вы вместе уже почти 58 лет. Это не была идеальная жизнь, хотя всегда про такие пары думают, ну, как сказать, есть такая какая-то поэтизация, да, таких вот отношений и так далее. Жизнь как жизнь, я бы сказала, ни у кого не бывает идеально. Но если бы ее не было рядом, то... Я сказал тебе, я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою то, что она во мне разглядела. Это действительно чудо, что она согласилась за меня выйти замуж. Я не очень до сих пор понимаю, как это произошло, и что мы полюбили друг друга. Потому что по своему социальному положению я был много. Мне кажется, социальное положение ваше не сильно различалось. Ну, воспитание, ты знаешь, может у нее быть, стрельба. Либо какая-то... У нее порода есть, у меня нет породы. У тебя вот тоже порода от нее уже, а не от меня. Она так подразбавлена тобою, дворняжкой. Я так немножко... Я говорю, она тобою разбавлена, конечно, немножко. Мама-то у нас благородная леди, а я так иногда дворняжка чуть-чуть. Не иногда, никогда. Никогда, нет? Нет. Мне кажется, бываю. Ты как-то сказал, что сейчас смотришь на животных с чувствами истинного грека. Что ты имел в виду? Даже не можешь себе представить. Не могу себе представить, что я имел в виду. Ну, может быть, что ты ими наслаждаешься, что ты видишь в них какую-то, я не знаю, правду и мудрость. Я вижу только в собаках. Ну, вообще-то все животные тоже любопытны. Но природа вообще достаточно серьезный повод для удовлетворения, чувства красоты и так далее. Все животные созданы, вся природа, вся флора и фауна созданы с чувством соразмерности, вкуса. Приятно смотреть. А что? Но больше всего на собак. Больше всего на собак. Любишь за ними наблюдать или что, какие-то параллели строишь? Думаешь, что сам собака? Может быть, я и сам собака, черт возьми, не буду утверждать, но на собак мне приятно смотреть, они смешные, они талантливые, они веселые. Успех можно высчитать хоть как-нибудь? Ты веришь в эту историю вообще, что его можно, ну, что-то просчитать? Это вот составляющая таланта. Mm-hmm. То есть если ты талантливый, то можно? Нет, нельзя, но это составляющая таланта, что ты делаешь то, что будет... Я все равно представлял себе, когда снимал, когда выбирал сценарий и когда снимал его, я представлял, как закончится сцена, какой реакции в зале вызовет и так далее. Почти все сцены представлял и угадал почти все реакции. Но сказать, что можно вычислить успех, нет. Все, кто это утверждают, это, нет. Это мошенничество. А какова обратная сторона успеха любого? Что человек начинает следовать по пути, которому он уже добился успех. А я не сразу себя определяю, куда не надо идти. Не надо мне идти в сторону фильмов об одиноких женщинах с ребенком и так далее. Не надо. А мне понесли такие сценарии. И тогда попалась «Любовь и голуби», которую я не знал, как снимать и как быть, которую никак не с прежними отмычками не подойти. Это самое важное и самый верный путь, по которому я и пошел. А тебе легко найти вообще материал? Трудно. А тебе что важно, чтобы было в материале? Чтобы была интересная история, и чтобы в ней присутствовал Бог все равно. Чтобы там
было не только, вот я рассказываю вам эту историю, вот такая была со мной, такой случай был, а чтобы там было отблеск вечности, что это всегда бывает это. Чтобы человек примеривал ее на себя, а не просто развлекся и вышел, ух, посмеялись. Какой-то мораль была все равно, мораль. Я считаю, что она должна быть. Ты недоволен был финалом фильма «Любовь и голуби», что ты не додумал идею, что... Да, было такое. Да, что вот оркестром, который заходит в дом к Наде и Васе, что должен был бы дирижировать, конечно, тот персонаж, которого... Я не только финалом недоволен. Я недоволен, что эту линию вот этих вторжений в фильм не довел до конца. Фигура третья. Разлучный. То есть он и в финале должен был бы что-то сказать? Не только в финале, он должен был бы... Я все хотел сделать танец. Серьезный танец. Хотел сделать танцы, даже, так сказать, предсказывающие развитие событий. И никак не мог это придумать и додумать до конца. Хотя сама идея хорошая. Но я, поскольку вот я объявил первый, второй и пропал. Да. Это нехорошо. Это до сих пор мучительно видеть и каждый раз конечно, при просмотре ты говоришь, эх, ну вот же это было место. Ну это так, это мучить себя уже до такой степени не стоит. Но да, ведь там, когда танцует баба Шура и Надя. И Надя танцует, потом она уходит. Помру! Пачку на поминки позову, а тебя, Агламонку, не отпущу! Не пойду. Самый был момент мне появиться и сказать, фигура четвертая. Какая-то там. Еще не придумал, какая до сих пор. До сих пор? Да. Ты до сих пор думаешь над тем, как это могло бы называться? Да, и тогда бы появлялся оркестр, которым бы я же дирижировал. И объявлял фигура пятая, финальная. И было бы очень, очень красиво. Сейчас это чуть-чуть собака с обрезанным хвостом. В молодости ты маме сказал, что ты ей никогда не подаришь бриллиантов, пока дети в Индии умирают от голода или в Африке. Было такое у меня, да. Ригоризм и максимализм. Потом помягчал сердцем ты и понял, что ну, нельзя избыть все... Да, потом я увидел, что люди несколько по-другому живут и... Ну почему? Я все равно не дарил каких-то там, что на какой-то... У нас денег не было просто на бриллианты. Да, другой да. Вопрос. Я сейчас спрашиваю про принцип отношения. Принцип, да. Что принцип, пока да. Где-то на планете есть люди, которые умирают от голода, мы не можем жить хорошо. Да, это мой принцип. А когда ты стал мягчать? Бог узнает. Я, наверное, это связано с хорошей жизнью. Когда стали хорошо жить, комфортно, удобно, у каждого появилась по комнате, которой он хозяин и живет, и понимаешь, что это правильная жизнь, но ее для всех устроить невозможно. Это тоже понимаешь, и понимаешь, как некоторые... Я не горжусь тем, что я так устроился в этой жизни, а я устроился все-таки. Я вспоминаю, с чего мы начинали с Верой Валентиновной, с какой нищеты буквально, беспросветной. А ты воспринимаешь это как то, что ты устроился, а не то, что ну, ты заслужил талантом? Или ты воспринимаешь это как то, что повезло? Я доволен своей жизнью, но я помню, что я живу
в океане бедности человеческой. В несправедливом мире. Да, этот мир устроен несправедливо. Это тебя мучает? Да. По юности лет ты был диссидентом даже, увлекался диссидентской направлением. Вы с мамой участвовали в театральном институте, так сказать. Да все там. Все были. Там этим увлекались. Потом ты изменил взгляды, но в партию, тем не менее, ты не вступил. Но в целом стал человеком прогосударственного мышления. Вот вне зависимости от конкретики той политики, которая в данный момент есть. Почему? Почему этот путь? Я помню, что со мной перерождение началось с 1968 года, с нашего вступления в Чехословакию. И поскольку мы все были подсажены на BBC, на немецкую волну, на «Голос Америки», на «Свободу», радиостанции, мы их слушали, там глушили, но слушали и так далее, то вот эти события 68 года, когда мы, так сказать, первая моя реакция была «стыдно быть русским, надо же, вошли» и так далее. Но они перебрали в своих реакциях, хотя вышеперечисленные средства массовой информации, они сразу стали рассуждать в тоне пренебрежительном по отношению к русским людям, к русскому человеку, что это, ну, это вот такое государство, такие люди, такие русские люди, которые вот вошли на танках, а там люди чистые, честные, горят, а они их ломают об колено и так далее. Это было так очевидно, что это неправда, что не так все складывается. Но сейчас даже не суть этих чешских событий важна. Я понимаю, что тебя и меня изменило это... то, что именно на русских пошло нападение, да, а не на, да, не, да. Не на ситуацию. Да, это пошло уже шире, чем это стало на национальное унижение действовать. И меня это очень отрезвило. А дальше развитие событий само пошло своим путем, когда появился Солженицын со своими книгами, и тоже его обсуждение все шло на уровне, что не до человека. То есть можно ли сказать, что сегодня, когда-то было разделение на славянофилов и западников, а сегодня это разделение, ну, то есть роль славянофилов исполняют как бы те люди, которые мыслят прогосударственно. Они мыслят просто, собственно, в защиту своего отечества. Да. В 60-х годах, на исходе, ты написал пьесу по работе Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», да? Это был киносценарий. Киносценарий. Ну, это было, естественно, несколько хулиганское название, потому что это было по мотивам книги Ленина. А книга Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» о пределах компромисса и предательства. Это тема уже вполне художественная. Совершенно согласна. Хочу тебя как раз спросить, когда ты взял это название, что это по мотивам книги Владимира Ильича Ленина, ты понимал, что в этом какой-то, ну, вызов? Как минимум такой шок небольшой, смотрите-ка. Понимал, и, конечно. Но я такую смелость приветствую. Там Ленин присутствует на периферии этой истории, совсем другая история, как бандиты захватывают там заложников и там идет все время рассуждение идеологический о том, где, спор. Как, да, да, как принять как... двух персонажей, идеологический спор, что правильно в этой ситуации, как поступить, идти напролом и погибнуть, скорее всего, или затаиться, ждать, но потом в нужный момент выскочить на поверхность и выиграть. А скажи, пожалуйста, а ты бы был тем человеком, который бы пошел напролом, или тем человеком, который бы затаился? И... Скорее напролом. А вот сейчас, уже приобретя жизненный опыт, стал бы более осмотрительным, но тоже едва ли долго сумел бы удерживаться. Импульс все-таки тобой руководит. Так нельзя делать. И
Да. Ну вот в частности, все припоминают, как ты не вручил премию MTV, по-моему, да, фильму «Сволочи». Этот поступок был естественным или требовал от тебя смелости? Ну, хотя бы, как это будет выглядеть? Не буду ли я глупым вот в таком решении? Нет, такие моменты я отсекаю от себя, эти соображения насчет того, что я буду выглядеть глупым, неправильно, испорчу праздник людям даже. И это соображение. Поскольку я был на сцене вдвоем с Верой Валентиновной, то все эти соображения она озвучила. И сразу же? Сразу же. Что ты сделал? Не надо, зачем? А я сказал, что если будет «Сволочь», то я не буду вручать премию, потому что я видел по развитию событий, что дело идет к тому, что им дадут главный приз, хотя это было нарушение всех правил игры. Эта картина была не прошлого года, а позапрошлого года, или даже, может быть, более давнего. Это был чистый провокационный ход MTV. Uh-huh. А фильм мне уже был обсужден серьезнейшим образом в прессе. И ветераны высказались, войны высказались против этого фильма, потому что у нас это такого не было в нашей армии. Это было, если было, в немецкой. Они готовили детей-смертников для уже на последних этапах войны. А мы сделали про это фильм. Ну, ничего, все запомнят. Значит, я надеялся, что пронесет, не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания. А бывали ли в твоей биографии случаи, когда твоя принципиальность, ну, сыграла дурную, так сказать, роль для тебя? Ну, там, не знаю, ты лишился чего-то благодаря тому, что ты был так принципиален. Бывало. В моей биографии много бывало чего, но однажды было такое кафе «Эльбрус». Кафе, в которое мы ходили, и в котором можно было съесть шашлык из ребрышек, на ребрышках. И мы пошли туда с моим сокурсником Эдиком Кольбусом. Это было на первом курсе, мы еще были, ну, страшно уж хотелось этих ребрышек. Да. А где-то за соседним столом начинают... Парень сделал там замечание каким-то ребятам. И они начали, ну, совершенно в манере такого плохого американского кино над ним издеваться и чуть уже не на колени его ставить, чтобы... Я сидел, смотрел на это и все ждал, когда же наступит. Кто-то раньше меня скажет. Никто. Тогда я вскочил и закричал, что мы так и будем на это смотреть. Значит, и представьте, поднял весь ресторан, они его, этих ребят, скрутили, милицию вызвали, их увели. И Эдик меня спрашивает: ты вот что, почему ты это сделал? А я даже не понимаю, почему я это сделал, как можно вести себя по-другому в этой ситуации. И были такие, такого рода вот импульсивные взрывы, которые, если поразмыслить, наверное, нам можно было и не делать их. Не делать. Но, с другой стороны, я понимаю, что это значит погубить душу, если угодно. Погубить. Надо вести себя импульсивно в некоторых моментах. Надо уметь вести себя импульсивно, а потом размышлять, что это я натворил и для чего я это сделал. Я так сделал, потому что я так решил, черт возьми. Я помню, что был такой период в твоей жизни, когда ты пробовал голодать. Да. Что дал тебе этот опыт и зачем ты это делал? Я очень не люблю все разговоры о медицине.
В советское время издавался журнал «Здоровье», и пожилые женщины особенно обменивались информацией. Вот я «Здоровье», прочел «Здоровье», делал «Здоровье». Мне это всегда было, просто брезгливость вызывала какую-то. Но вот однажды для меня где-то я вычитал «лечебное голодание». И я просто загорелся. Вот почему-то это я понял как серьезное. Я книжку эту, которую мне название сказали о лечебном голодании, я нашел в одной библиотеке. Везде ее украли. Во всех библиотеках. В одной в читальном зале я нашел, сел и стал судорожно переписывать. А там все, во-первых, там исторические примеры, как голодали в Древнем Риме, как в Древнем Египте голодали, значит, как это было, как было полезно и так далее. И как выходить из этого. Угу. Потом по дням тоже, поначалу надо там водичку с соком, потом сок, и так далее. Ты знаешь, да? Я хорошо это помню, потому что ты нарушил все возможные правила выхода из голодания, от чего мы с мамой были приблизительно в обмороке и думали, что сейчас ты у нас на руках, ты и скончаешься. Сколько времени ты голодал? Ну, это было так. Я сначала 3 дня попробовал, и просто сводит с ума хлеб. Воспоминания о хрустящей корочке хлеба наиболее острые и голодные воспоминания. Поэтому начинаешь заходить в булочные, нюхать. Ух ты. В магазины заходить, смотреть на колбасу и так далее. А потом втянулся и проголодал 18 дней. Обманка заключалась в том, главное, что чувство голода не проходит ни на 3-й, ни на 5-й, ни на 7-й день. Все равно тебя беспокоит видение корочки хлеба и так далее. Но что-то ты про себя понял, в том смысле, что ну могу, если надо, да, то могу. Да, я уважал себя, в эти 18 дней уважал. А потом каким-то как-то, как в бреду, я забрел в столовую Мосфильмовскую, смотрел на эти все блюда и взял первое, второе, третье. Компот. Компот. Съел их, выдохнул и еще взял первое, второе, третье компот. Ты не боялся заворот какие-то? Боялся, но я хотел есть и не мог ничего с собой поделать. Вернувшись вообще к оригинальности твоего взгляда там, и попытке избавляться от стереотипов, сказывалось ли это на том, что ты, например, осознанно пытался открывать какие-то забытые уже актерские имена, те, которые были прекрасные артисты, но вот уже так, я не знаю, там, Ханаеву, которую ты пригласил в розыгрыш. Была ли в этом какая-то миссия? Там, не знаю, Зоя Федорова, которую ты позвал в «Москва слезам не верит». Hello! Общежитие слушает. Кого? Людмилу. Ну, Зоя Федорова довольно случайно возникла. Ей там не было с моей стороны замысла просто. Ну, а почему не Федорова? Если согласится, будет хорошо. Вот. А что касается Ханаеву, то я ее помню со студенческих своих лет в студии МХАТ. Помнил как очень убедительную актрису. А все-таки контрольная состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. И более того, я завел такую тетрадку, куда записывал актеры, с которыми я хотел бы работать. Можете себе представить мое хамство и... Еще не участь в театральном институте? Еще участь в театральном. А, участь в театральном. Да. И когда я
начал фильм, я полистал тетрадку и сказал, вот, очень хорошая актриса, надо ее вызвать. Она пришла и сказала, вы, наверное, ошиблись, я, наверное, не та. Я говорю, нет, вы та, я хотел у вас. Ей было 55 лет. Угу. По сути дела, был ее дебют в кино. Да. А Баталову позвать, это был тоже своеобразный... Баталову это был такой... Риск? Смелый риск, да. То есть теперь это кажется таким очевидным, что, господи, ну, конечно, ну как же, Алексей Баталов, это же звезда. А он в тот момент уже не был такой звездой. Я сам терпеть не могу грязную обувь. В то время он был как бы уходящей звездой. Угу. На гаснущей звездой. Я помню, что Дунский с Фридом мне сказали, Володя, ну что вы, он уже, так сказать, мятый пар и так далее. Но я поверил, и получилось. А в фильме «Розыгрыш», который снимался, когда мне было 6 лет, есть эпизод с первомайской демонстрацией, который я хорошо помню, потому что я была на этих съемках. И мы с тобой вроде как даже попали там в один из кадров, где мы идем. Но ты его подрезал. Что ты сделал? Я очень такой суровый художник. И, кстати, не люблю, когда у режиссеров начинают сниматься знакомые, друзья. Не люблю и не уважаю сразу режиссера, ничего не могу поделать. Как только, так вот тебе зачем нужна профессия, для того, чтобы снимать своих. Угу. Вот. И ты просто подрезал его из этих соображений? Да, из этих соображений. Что, да. А вот раз мы с дочкой здесь идем, это надо точно вырезать, раз мы в кадр попали. Да. Сейчас жалеешь об этом, нет? Нет, не жалею. А я жалею. Ну, я с удовольствием посмотрела, как я 6-летняя иду с тобой 36-летним. Ты сейчас не оцениваешь это как чрезвычайную такую строгость к самому себе? Строгость. Это строгость. Это должно быть. Это должно присутствовать в человеке. Поэтому я и с Верой так ссорился на съемочной площадке, так ругал ее, потому что я нарушил принцип собственный. Снимаю жену и знаю, что все между собой шепчутся, обязательно шепчутся. Ну да, взяли, еще добавляют бездарную жену. Поэтому я так нервничал, чтобы она была безупречной. Как ты сам себя оцениваешь как актера? Ты хороший актер? Хороший актер. Ну, во мне нету... Может быть, я уже себя убедил в этом. Во мне нет дара передразнивания, дара... Перевоплощения. Пародирования. Mm. Перевоплощение есть. Mm. Это немножко другое. А вот пародирование, передразнивания нет. А это... Вообще говоря, основа. Актерской профессии. Да. Я обожаю твою самую первую картину с «Счастливой Кукушкин». Ты там невероятно легок, красив собой необыкновенно. Ну, просто изумительно. А ты сам какую свою картину любишь? Актерскую? Больше всего мне нравится забытая картина под названием «Последняя встреча». Там есть великолепное содержание, глубокая картина, умная. Там просматривается будущий спор либералов и государственников. Там уже просматривается. Это я играю там государственника. Очень сильная картина. Но прошла незамеченной. А что это? Это судьба? Рулетка? Рулетка, да. У каждого времени существуют свои проблемы. Они сейчас стоят вообще перед всем миром. У нас раньше было иначе, чем во всем мире.
Это тут в 50-х годах всякие там веяния стали проникать. Да отгораживаться китайской стеной ведь тоже нельзя. Закиснем же в собственном соку. Почему закиснем? Раньше-то не закисали. Обходились как-то без этих друзей хамелеонских. Гессер или Гессер из «Ночного дозора». Это был риск вообще ввязаться в эту историю? Все-таки это фэнтези, это ну, какой-то совершенно был новый жанр. Или ты с большим удовольствием? С большим удовольствием. Я люблю вообще всякие рисковые операции. Именно только они и приводят к какой-то биографии. А если идти по проверенному пути, то ничего не получается. Но это совершенно другой жанр. Тебе любопытно было наблюдать, как там? Мне было любопытно наблюдать именно за работой Бекмамбетова, работой Трофимова Сережи, оператора этого фильма. Как это все делается. Это новое уже поколение выросло за то время, пока я снимал свои шедевры. Но новые, по-другому относящиеся к кинопроцессу даже по-другому. И мне было очень познавательно в этой картине работать. Тем более, что это фэнтези развивается бешеными темпами. Когда недавно по телевизору смотрел картину под названием «Безумный Макс», как это сделано, боже мой, с какой мощью новые технологии применяются, необыкновенно здорово. То есть... Кое в чем себя сегодняшняя цифровизация и то, что вот я говорила, да, в самом начале, да. Потрясает. Ну, вот кино стало другим, кино стало развлечением. Это не твой жанр, развлекать? Нет. А вообще... Как не мой? Шерли Мерли – это развлекательное, но она развлечение, но она, конечно, не только развлечение. Как ты отнесся к тому, что фильм «Шерли Мерли» не стал очень успешным? Думаю, что это несправедливо, и думаю, что это возьмет время, еще сработает на него, потому что этот фильм живой очень. Я не так давно пересматривал, он очень хорош. Как ты лично это переживал? Если бы это было... В советское время мне не дали бы снять такой фильм, но если бы дали, и он вышел в советское время, это был бы хит номер один. Mm. Даже в наше время, когда мы его сделали в 95-м году, он все равно отбил потраченные на него деньги. Это $1 000 000. Просто это случилось... Катастрофа тогда, совсем кинематограф. То есть это развал проката таким образом сказался на этой картине. А «Зависть богов», его судьба? Ну, примерно такая же, но я его... Там обидно получилось, что Шерли-Мерли тормозят показы по телевизору в связи с... нецензурные репликами, их там нет таких, но тем не менее рядом что-то есть, и тормозят по телевидению, показывают не для детей после 11 и так далее. А этот получил репутацию эротического фильма тоже, что тоже несправедливо совершенно, но я почему-то верю, что они будут жить и будут набирать очки. Что ты считаешь своим самым большим провалом? Что-то у меня нет такого воспоминания. В какую? Напомню хотя бы что. Твой развод с мамой – это был кризис для тебя? Ну, это, наверное, провалом можно назвать, да. Можно назвать провалом. Как ты переживал это время? Тяжело, как
как пустое время. Вот, мог бы сказать, что несмотря на то, что у меня уже выстроилась какая-то судьба в кинематографе, стала образовываться, и, наконец, я дебютировал как режиссер, это уже все было без мамы. Но я чувствовал, что я не в холостую живу. Не получается у меня. Какого-то не было вот стимула по утрам просыпаться. И такие профессиональные были приманки, а удовлетворения не было. И поэтому, когда мы опять сошлись с ней, я, так сказать, обрел душевный покой. А вот сейчас, через 58 лет брака, как ты еще можешь сказать, что является самым главным, не знаю, испытанием в браке или главной его сутью? Вопросики у тебя. Испытание, братья. Ну, да, лучше скажем, что главное вообще, суть брака – это быть необходимыми друг другу и дополнять друг друга, и чувствовать свою необходимость для другого человека. Я думаю, что это самое важное, может быть. Да, наверное, самое важное. А испытание, когда это утрачивается, когда этого нет, когда это становится сварой привычной какой-то, так сказать, отношение. Это очень скучно и неинтересно. Рождение ребенка – это кризис для отношений? Да, это кризис, потому что, несмотря на то, что это чудо великое, дети, я осознал, на первых порах я осознал, что это такая ловушка для мужчины. Почему? Потому что он нужен только для того, чтобы родить ребенка, женщине. Ты сразу уходишь резко на второй план. Все посвящено ребенку. Все посвящено заботам о нем, все мысли там. И ты оказываешься в этой западне. Несправедливый. Несправедливо, да, несправедливо. Это очень новое ощущение, которое я, до которого я додумывался. Думаю, боже мой, вот оказывается, как природа это все придумала. Когда тебя после распределения в театральном институте отправили в Ставрополь, это было чувство провала тоже, что ух ты, бился, вот, а оказался... Да, это вы правы, девушка, потому что если говорить о самом большом провале в моей жизни, то это вот это было. Я 4 года поступал в театральное училище, я поступил, я закончил, и я никому не нужен. В Москве никому. А как ты справлялся вот с этими кризисами? У тебя есть какой-то свой рецепт? Вот, например, Толстой пишет, что у него один из главных компонентов этого рецепта подумать о том, как это будет неважно через 10-20 лет. Нет, у меня такого не было рецепта. Я стараюсь не смаковать эти свои провалы. Не смаковать, конечно, потому что если задуматься в таких категориях, я поступил, и я никому не нужен, то, конечно, следующий ход – намылить веревку или лезть в петлю. Но я как-то этим рассуждения от себя отгонял и какие-то задачи себе ставил там, в том же Ставрополе, чтобы дебютировать как режиссер на сцене, тоже провалился. Ну, провал это был не мой провал, а провал
отношений ко мне. Mm-hmm. Они считали, что я карьерист, пробиваюсь куда-то. А пробивался я в режиссуру. А жизнь вообще справедлива? Нет. А закон подлости в жизни есть? Что бутерброд всегда падает маслом вниз. Тоже не всегда? Не всегда. То есть в ней нет справедливости и в ней нет закономерностей? Это рассуждение неудачников. О, ну, конечно, все пошло ни туда, ни сюда. Я бы сколько раз мог это принять эту философию в жизни, когда мне все время тюкали и тюкали по голове, и мог тоже сказать, ну, что-то стараться, все будет так же. Многие так и поступают. Чего стараться? Что ты считаешь по-настоящему пороком, человеческими пороками? Да много чего, с одной стороны. С другой стороны, все можно простить, но порок... Видишь ли, каждый из этих слов, из этих категорий может... Ну, я бы назвал тщеславие, например, но оно без тщеславия... Не получается судьбы высокой. Я бы назвал, но... Нет, не назову ничего, пока не назову. Ты умеешь говорить себе правду? Умею. Умею, говорю. Это полезное качество? Полезное. В молодости особенно, когда ты... можешь себя подстегивать. Тебе была свойственна зависть? Была. Я ее хорошо запомнил и выжигал из себя, и, мне кажется, даже отчасти выжег. Не полностью, но... А почему ты так с ней боролся? Чем она тебе мешала? Потому что она мобилизует самые мерзкие стороны твоего характера. Есть версия, что зависть помогает нам двигаться дальше. Ну, мы видим что-то, завидуем, хотим так же. Я думаю, что не зависть, это уже другое качество. А зависть, она хреновое качество. Постулат на сей раз не Толстого, а Достоевского, который высказался однажды: «Если Бога нет, то все дозволено». Достоевский много чего говорил и много ерунды говорил. Есть целый пласт людей без Бога, которым не нужен Бог, и которые, тем не менее, не все дозволено, не проповедуют все дозволено. Нет, это неверно. Это один из ярлыков и стереотипов человечества? А были какие-то писатели в твоей жизни, которые произвели на тебя, такое мощное впечатление, что повлияли на твое мировоззрение? Ну, не знаю, там, Монтень, Честертон, ну, Паскаль, кто-то. В взрослом уже состоянии я прочел Александра Ивановича Герцена «Былое и думы», и нахожу это, что эта книга... пожалуй, лучшее, что написано на русском языке. Она умна, серьезна, но с годами у меня осталось два писателя – Чехов и Гоголь. Чехов невыразимо, невыносимо талантливый человек. Он написал в 44 года, написал столько томов сочинений, грандиозное. Раз столько рассказов, столько замечательных ситуаций подмечал в жизни. Гений несомненный. А Гоголь – просто особая фигура. Его владение словом, его владение... фантазией. Фантазией неимоверно. Особая фигура. Хотя, когда он начинает морализовать, он скучноват. А чужой опыт, его можно присвоить? Ну, то есть, условно говоря, читая книжку, реально научиться? Да. Да? А я очень многому научился из книг.
очень многому. У нас родители нас почти воспитанием не занимались, педагогика с нами не было, поэтому и с книгами познавал какие-то поведенческие даже, брал образцы оттуда. История фильма «Москва слезам не верит» – это история про время, и про людей во времени, и про справедливость, которая проявляется в течение времени. Ты об этом хотел снять этот фильм? Да, наверное. Хотя это осознаваться стало уже в процессе съемок и даже после их окончания. Но мне хотелось снять протяженную во времени историю, которую я в детстве любил смотреть такие, читать такие книги, что вот происходит надо. А через 20 лет случилось вот да. Это. Да. Угу. И надо же, а вот. Как люди любят этот рассуд. Кто бы мог подумать, с одной стороны, а с другой, надо же, вот она старалась, он старался и получилось, и так далее. Надо сказать, про это и получилась картина, да. Как ты воспринимаешь уход из жизни людей своего поколения? Своего поколения спокойно. Но вот сейчас очень много за последний год просто один за другим. Но моего поколения и пора, именно так и надо уходить. Пора один за одним, 80 лет уходить надо. Ничего не поделаешь. Хотя, ты воспринимаешь это как естественный процесс, что новое? Естественный процесс, да. А сам ты думаешь о смерти? Думаю. Что думаешь? Чтобы где-то на улице не скосило, а как-то все-таки в постели умереть спокойнее. И закончить дела. Вот Лев Толстой... Он много о смерти говорил. Ох, это была одна из его важнейших тем. И он... писал, что я живу прекрасно и могу смело рекомендовать всем следующий и единственный рецепт для этого – готовиться умереть. А как ты считаешь, к смерти можно подготовиться? Поскольку мне 82-й год, то я могу тебе сказать, что я готовлюсь тоже. Я думаю, что надо сделать вот это, успеть сделать. Надо бы довести курс. Там есть такие буквальные хлопоты, которые должны быть завершены, и чтобы не бросать на середине. Я думаю о маме, которая может остаться одна, и которая это будет не очень веселая жизнь после этого. Но, слава Богу, у нас есть ты, внуки, и... Игорь, готовиться надо, но готовиться не гроб примерять, там, не мерки снимать, а готовиться, что ты, вот-вот будешь подведешь итог с этой жизни. Это страшно? Нет. Если бы это было, мне было бы лет 50, было бы... Раздумья были бы страшными и непонятными, что ты... А когда тебе такой возраст, ты уже заходишь за границу, ты должен заметить, что эта граница резко отодвинулась последние десятилетия буквально. Вдруг стало нормой умирать 80-летним, а то умирали 60-летние. 70 от силы. Стало нормой умирать 8, это очень хорошо. Но подводить итоги надо. Что такое в твоей интерпретации судьба? Основополагающее понятие, хотя объяснение ему дать не могу. Да и, собственно, и древние римляне не могли дать. Хотя они очень...
с трепетом относились к этому слову. Судьба такая штука, вот этот анекдот, помнишь, когда из пункта А в пункт Б выходит поезд, из пункта Б выходит поезд, и мчатся навстречу друг другу. Почему они не столкнулись? Почему да? не столкнулись? Не судьба. Не судьба, да. И это правда. Это правда. Не судьба и не судьба. Это я вижу в судьбах людских, в учениках своих, вижу, как не судьба. Вот все есть, все компоненты, человек талантливый, да, да, да. А вот... А судьбы нет. Еще одна такая прекрасная поговорка: человек – это характер, характер – это судьба. Да, нет? Нет, неверно. Судьба – это другое. Судьба к характеру не имеет отношения. Характер, поступки. Из этого складывается судьба, как бы, но судьба несколько другое. Судьба вот… Я, пожалуй, не возьму сейчас объяснить, но подумаю над этим. Спасибо всем. По течению или против течения? Против. Я могу заплакать, если... Если вижу ребенка или животное в беде. Созданы Богом или произошли от обезьяны? От обезьяны, эволюция. Я с удовольствием возглавил бы список самых... остроумных людей. Меня легко обмануть, потому что... Потому что я верю людям. Счастье – это? Счастье – это счастье.